А на полигоне «Близнецы» традиционные показательные учения сегодня не состоялись. Причина – капризы погоды. Но, несмотря на мороз и ветер, руководство области и города все же проведало военных в честь предстоящего праздника Дня защитника Отечества. Этим ребятам, возможно, и холодно, да только виду они не подают. Все время, независимо от погоды, живут вот в этих палатках. На плац сегодня выгнали по важному поводу. Руководителям области и города вручали награды от вооруженных сил Украины. Несмотря на праздник, проблем у военных традиционно хватает. Есть в Украине збройні сили Украины, чтобы не дивились на них, не, и чтобы они не финансировались за принципом «все, что остается, это для збройних сил Украины». Сегодня из бюджета выделяется в этом году 13,6 миллиарда гривен. Но это недостатня сумма для финансирования, на жаль, збройних сил Украины. Но в условиях такого жесткого финансирования эта сумма больше, чем в минулом году. Технику посмотрели, с военными поздоровались, можно было бы и пострелять. Только в этом году для стрельб слишком холодно. Визит был несколько укороченным. Но в артиллеристы все-таки посвятить успели. Вопрос не в том, пострелять мы сюда приехали. Мы приехали сюда встретиться с военными, поздравить их с наступающим Днем защитника Отечества. Одна из первоочередных задач – это получить разнарядку по тем деньгам, которые выделены в государственном бюджете для строительства жилья военнослужащих. Сегодня в вооруженных силах Украины служит 200 тысяч людей, 50 тысяч из них – цивильные. Когда ВСУ будут нормально финансировать – вопрос скорее риторический. Помощь от государства есть, но не очень значительная. Но если вы хотите знать о помощи материальной, то мы сделали много работы для нашей подводной лодки, которая носит имя «Запорожье». Мы изготовили форму рабочую для наших подводников, потому что это самое необходимое. Мы там краску купили для подлодки. То есть мы вместе с ними готовим нашу подлодку к ходовым испытаниям, которые пройдут в апреле. До испытаний еще далеко. Получат ли военные квартиры в этом году, пока неизвестно. А тем временем некоторым служащим повезло греться в этих незатейливых палатках.